Всем привет! Сегодня мы будем играть на Diamond RP, самый населенный сервер Emerald, если я правильно, конечно, выговорил. Сегодня с нами будет один товарищ с сервера, первого сервера, сам RP. Ну, неважно откуда, в общем, мы будем пытаться здесь освоиться. Так как мы были здесь, да и по крайней мере я был здесь несколько раз, да? Но... Товарища зовут Изи Квентнелла. Да, вот. Всем привет, ребят. То есть ник такой, не зовут. Хотя, может, и зовут на самом деле так. Кто его знает. Слушай, ну я, в общем, на спавне первого уровня. До первого. Я не знаю, как мне добраться и куда. Я тоже без понятия. Я сейчас на автошколе нахожусь. И тут куча машин. Тут вообще какое-то здание уже совсем другое. Понастроили разные тут построечки. Там... Слушай, ну тут какой-то бандит. Приехал. А, ну он только к банкомату попасть хотел. Он в маске. Наверное... Я вот на самом деле без понятия, что нам делать сейчас. О, слушай, здесь есть оружейный завод. Как работа, да? Да, как вариант работы. Я нажал какую-то кнопку, или G, или H. Такое какое-то радио. В общем, мне, наверное, в оружейный завод. Надо отдать за билет 30 баксов. О, слушай, я тоже нашел автобус, он едет как раз таки туда, сейчас тогда сяду. Заплачу уже 60 баксов. Но... Еще 60, я далеко, наверное. Так. Или я как бомж, мне это, скидка. Ну, мне, по-моему, там сколько лет. Статистику надо посмотреть. Я не знаю, тут возраст пишется, РП возраст. А, 18 лет, я ж... Когда создавал аккаунт, указал 18 лет. Мне, короче, 18 лет, я бичую, и у меня нет пенсии. Я думал, у меня просто скидка к пенсионеру 30 баксов, но это оказалось не так. Но я, кстати, уже работал, ну не так уж давно прям, наверное, где-то летом, короче, заходил играть. Я заходил в оружейный завод, там надо делать оружие, ну, собирать детали всякие. Какое-то противостояние автобусников есть, не таранят друг друга. Ну я пока что еду на автобусе из СФ и надеюсь, что недолго ехать еще. На вокзале видел пикап маленький, куда подходить и помощь по игре получить можно. Я, к сожалению, туда не зашел. Надо будет поглядеть, что там. Наш автобус зажат между передним и задним автобусом, они таранят друг друга. Слушай, он начал гореть, я отдал просто так 30 баксов. Что за фигня? Я сел в автобус, но уже за 50 баксов. Тут, короче, какие-то вещи странные происходят. Как в этом. Ну ладно, не будем... разжигать межнациональную рознь. Хотел одну страну назвать, там сейчас воюют, но не важно какая. В общем, здесь огонь, расстрелянные автобусы. Класс, вся атмосфера Даймонда. А чё, так здесь так всегда? Без понятия. Ну видишь, нам нельзя судить, потому что мы здесь относительно недавно, ну или по крайней мере мало играем. Ну да, надо поторопить автобусника. Слушай, интересно, это нормально, что мы едем работать в 22.14? А, ну будем считать, что мы на ночную смену. Ну да. Кстати, здесь есть какая-то офицерка проехала. По крайней мере, на сам Парпет это офицерка. Маленький автомобиль такой. Но он был другого цвета, какого-то бордового. Тут вроде бы тюнинг есть прям такой, что... Ну, временный. А-а-а. То есть там можно диски затюнить на такси, к примеру, там. А нет спойлер какой-нибудь. Статического тюнинга, чтобы ну, вот такое, я не знаю. Возможно, тоже есть. То есть тут... я, ну, как и ты, новичок, и... Тут, вот, короче, на пляже, знаешь, есть paint spray, есть перекраска автомобилей, это в одиночной игре, по крайней мере, так. Туда автобус пытается заехать, но у него часть торчит.
Интересно, что надо сделать? Там можно красить или чинить автомобили. Но мы не узнаем об этом ничего, потому что автобус наш проехал. Вот смотри, здесь есть какие-то шлагбаумы на мосту механиков. Будем так его называть. Ну, а те разработчики, о которых я говорил, ну, в том диалоге, то вроде как даже отказались это, даже типа усложнять мод не хотят, даже шлагбаумы, прикинь. Ну, они иногда, знаешь, ставят такие временные, то есть... это админ. Рестарт, да, админ, да, ставят. Объекты. Но это не такой объект, который прям не двигается. Ну, я тебя понял. Не знаю, что там будет. Так, я что-то вот не понял. Вот автобусник круги просто наворачивает. Не знаю, правильно ли он едет вообще. Как-то странно. Ну, меня, по-моему, почти довез. Ну, это, конечно, автобус смерти. Он перевернулся несколько раз, и у него бампер отваливается. Он куда-то возвращается, задом встает. Наверное, он метку не взял. Мне интересно, как здесь обстоят дела с читерами, потому что на сам ПРП, когда я играл утром, там их было где-то за короткий промежуток времени, где-то, я не знаю, ну, минут 5, реально минут 5, читеров 6 я увидел, по-моему, насчитал 6 штук. Админы были все, ну, хотя нет, по-моему, утром не было. Ну, в общем, какой-то чит, наверное, что ли, новый вышел. Ну, возможно. Мы, по-моему, доехали до оружейного завода. Он находится как нефтезавод на, ну, на СМПРП, да, где нефть покупать. Я также рядом. Короче, я просто сглупил, и там была остановка на самом деле, я просто забыл выйти. А ты можешь написать мне сообщение, которое я не знаю, автобус чуть не перевернулся. Не знаю, у меня есть телефон или нет. Так, сейчас я посмотрю. У нас в лоб врезалась машина, и она взорвалась. Серьезно, здесь движухи происходит. Так, я без понятия. Сейчас, скорее всего, номера нету, то что... Ну, или я его просто-напросто не знаю. Тут есть какой-то, типа, с айдишником рядом какой-то номер, но это не то, как я понял. Ну, я, короче, бегу. Ну, остановка. Уже я с остановки бегу. На автобус. Ой, блин. На завод. Да, я понял. Я уже прибежал, кстати. Вот вошел внутрь. Сейчас я побегу. Ну, переоденусь и подожду тебя. Так. Какой здесь минимальный уровень для вступления в какую-то организацию? А, вот этого не знаю, но я вроде бы давно, когда заходил, там спрашивал. Там мэрия вроде с 5-го. Ну там так, не совсем высокий уровень, то есть. Можно даже спросить сейчас, я попробую. Но все-таки имеет смысл прокачать что-то еще. Ну. Как-то тоже можно. Внутри. Так. Мне кажется, на самом деле здесь воняло бы. Давай вон там переодевайся. А, это твой ник, да? Да. Не, я помню, где переодеваться. Так, я согласен. Я не знаю, что я нажал, но там вроде согласен. Так, нету заготовок. Опа. Фига себе, какая у меня ямка в руке. Это интересно. А здесь нет нигде заготовок. Ну ты пробуй к разным столам подбегай. А здесь чувак сидит на столе. Хм. Он раздвинул ноги. Класс. Это так. типа заготовка. О, вы слушай, я просто не туда подходил. Надо к столу подойти. Я не к тому полу подходил. А что за столы с меткой? Еще раз, понял. Здесь я стою на метке желтой. Для чего она нужна? Именно которая. За столика напротив. Там ты берешь типа материал. Ну как сказать, блин. А, берешь заготовку, а потом ты подходишь к этим столикам, изготавливаешь, типа, а потом вот к общему складу. И там кладешь. Я понял. То есть вот так туда-сюда бегать и. В этом и смысл работы.
Так, вот, у меня получился ящик. А, я понял тоже, все. Ходишь туда и берешь. Угу. Так, 65 баксов я получаю за один ящик, но... Как проверить здесь навык владения оружием? Skills, может быть, skill. А, skill и ID игрока. Ну, то есть свой ID-шник вводишь. А, с двумя L. Да. У меня все по нулям. А, у меня тоже как ни странно. Все, заработано $195. А сколько стоит телефон, интересно? Ну, часы я купил за 150. Ну, я думаю, недорого, примерно в такой же ценовой категории, может быть, 200 там. Может, чуть меньше. Наверное, если китайский, то дешевле. Ну, вполне возможно. А здесь есть? Блин, я сделал бракованный деталь. Не надеюсь, за это не уволят. Слушай, а здесь есть 3D модель телефона? Или просто рукой звонит? Блин, вот этого я не знаю. Возможно, и есть. Но здесь можно позвонить, так достать? Без понятия. Слушай, в нашей ночной смене, однако, много человек. Очень много. По-моему, 10 человек. И сколько мы собираемся наработать денежек так? Я не знаю, наверное, для начала хватит 1000 или нет. Без понятия, у тебя вообще сколько есть уже? У меня есть 2578. У меня есть 5300. Ну, не знаю. Я как-то перед работой утром посидел, короче. Надо было поработать тоже. Мне интересно было, я вот таким образом сделал что-то там. И вот 2000 с копейками. Потом я насколько помню, работал на лесопилке, там также пилить, потом нести дрова. Так, извини, там что тележечка, я помню, такая была деревянная. Ну там если бежать или прыгать, то она ломается. Да. Естественно. А если здесь прыгнуть? Уронится ящик, да. Ну правильно, нечего бы кашить. Ну, знаешь, пока что мне все нравится. Мне один факт здесь не очень нравится. То, что нельзя изменить цвет ника. А, ну да. Ну, может это и к лучшему, но повязки все-таки это, как я не знаю. Но тут есть маски. Ну, это для фракций. Ну, кто хочет скрыть они свой клист. А чё я уронил ящик, я не прыгал? Да, у меня было такое же два раза. Слушай, ну, а маски это временная ведь? Да, временная, наверное. Аксессуар. Может быть на 10 минут? Не, даже, потом... по-моему, даже когда ты не перезайдёшь в игру, когда завершишь сеанс. Не знаю, может быть так. Слушай, ну я пока не видел банов за читы. Или я плохо смотрю репорты? Я не смотрел пока что. Тут в основном кикают за помехи, номер персон, как я заметил. Ну а что это значит номер персон? Просто стоять без сворачивания? Ну, наверное, АФК, типа, ну без эскейпа и без анимации. То есть нужно анимацию даже... сделать какой-то. Но если ты хочешь типа без эскейпа, скорее всего, то нужна анимация. А, ну здорово, слушай. Потому что может кикнуть, это тоже здорово, да? Анимацию. Mm-hmm. То есть, как сказать, чтобы прогреть аккаунт, нужно выйти из анимации, какое-то действие провести, да. Тоже уже не бот. Я вот, конечно, не знаю, что нам дальше делать, как поработаем, может права какие-то там покупать, лицензии. Может права купить, да.
Ну, посмотрим сейчас. Может и сдать. По 1000, наверное, отработаем. Да, у меня 910 уже долларов. Плохо, что нам не приходит на ум сдать на права, сразу купить. Именно по этой причине, наверное, все врезаются здесь. Надо спросить, у кого бы спросить, сколько права стоит. У меня 975 уже. У меня 910. Так. Еще один ящик у меня. А где бабки забрать? Просто на пикап одежду стать? Наверное. Сейчас узнаем. А, да. Завершить работу и забрать деньги. Надо спросить, задать вопрос. Все, отлично. Сейчас я задам вопрос в рекорд. Блин. Идем на выход. Так, сейчас. Стоит 500. Ответ следовал через 4 секунды. Вот. А что ты пишешь? Я спросил, что там про организации и с какого левла недоступны. Потому что, может быть, я куда-то вступлю, буду уже с тобой кататься на машине. Если она будет мне дана, конечно. Ну да. Он говорит, на форуме посмотрите. Ну, блин, меня не чуть не сбили. Так. В автошколе пишет 500 стоит. Ну, побежали туда. А нельзя, ты не знаешь команду, как проверить, лицензис вроде бы не работает. Ну, надо уже проверить. Может быть, не работает. А что если в этом... список команд. А, я нашел. Лиц. Всего лишь так. А, вот что. 14. Ну, да, у меня нету прав никаких вообще. Ни на что прав нет. Да. Слушай, а чего нет? На оружие, водный транспорт, пилот, водительские. Нету на этого, на рыболовство. А, то есть здесь нельзя рыбу ловить. Ну да. Она не водится здесь просто, наверное. Скорее всего. О, слушай, а остановка там живет. Может нам туда? Ну да. Ты себя неестественно ведешь, ты прыгаешь. А, не РПшный, да? Да. Слушай, мне не нравится, что нравится, что на радаре полупрозрачные иконки автомобилей. Или это так везде? Это если у тебя нету клиста, ну вот как в нашем случае. То есть у обычно граждан. Ну что, слушай, должен, наверное, таксисты как-то отреагировать на нас. Как крикнуть через S? Ну, наверное, да. Не знаю, я кому крикнул, но, наверное, никто не слышал. Надо это, подождать такси. Мне показалось, у меня бомж с очками, но это просто, наверное, синяки. Скорее всего, да. Блин, на нас никто не обращает внимания. Как классно я присел. Как все садится? Аним близ? Аним просто. Там дофигища команд. Точнее, анимок. А какой садится? А, сейчас скажу. Чесаться. 56-я анимация. Я не там почесал, слушай. 56-я. О, как. Надо, слушай, надо в буфер обмена скопировать команду, крикнуть такси, чтобы в случае чего. Так. Какие тут еще сидеть раненым? Это не то. Справит нужду, слушай. Мне нравится эта анимка. А чё нет струи? Струйки нету. А чё так? Это у всех так? Ну, я у тебя не видел. Значит, наверное, у всех. Медитация. Медитации нету. Наверное, он всегда медитирует. А не, вот он.
стиль бешеного зайца. Слушай, ну понятно. Я уже медитирую, но таксисты так не едут. Ну, проехал таксист. О, слушай, и уехал. Как-то, не знаю, странно он выкидывает. Смотри. Приехал. Нет, стой. Он... О, автобус, смотри. Автобус, да. Так. Ну, он на вокзал везет. Нам по пути, там автошкола. Ну, 100 баксов, ладно. Нифига себе он тут. Хорошо, что мы не сели в такси, потому что он нас бы так, наверное, так же выбросил. Да там такси вообще не выгодно, потому что, ну, там денежки жрутся еще так. Там вроде бы по километрам, но мы бы в любом случае больше потратили, чем 100. Еще одного выкинули, или он сам попрыгнул? Сам, скорее всего. Так, ну сейчас купим права. Какие дальнейшие действия, я без понятия, потому что... А такси? Мне почему-то такси. Интересно такси. Там нет уровней, навык вождения и так далее. Не знаю, а ты не смотрел, не пробовал в мэрию там куда-нибудь? А, не, я не успел. Окей. Тут вроде бы, если я не путаю, сейчас, конечно, гляну, есть мэрия в каждом городе сейчас. А, да? Или это только на Адвансе? Ну, мы на служебном автомобиле попробуем заехать. Да, посмотрим. Слушай, там где-то внизу дома, прикинь. Я не знал. Ну, их можно приобрести, они красным цветом на радаре обозначены были. Угу. Ну, тут вроде бы на Даймонде экономика как на Адвансе, то есть, ну, подешевле все, да? Ну да, там, например, 200-100 тысяч автомобилей. Там да. Дома 300-500, по-моему, так. Хорошо, что не по несколько миллионов. Ну, на Самбарпе тоже, наверное, скоро съедет, потому что, как мы знаем, там уже не особо покупают. Mm-hmm. Первый сервер только активно. Только и держится. Ну да. И то я думаю, что через год ситуация будет гораздо хуже. Ну как, не знаю, через год, может, рано. Ну, просто вот, допустим, ну, как я говорил тебе ранее, рассказывал, 0.3, какая ситуация была год назад? Онлайн был по 800, сейчас он, я, конечно, не знаю сколько, но вряд ли достигает 500 человек. Я же думаю. Прошел всего лишь год. Кстати, увидел баннер только что, рекламку, куда-то надо заходить. Много таких баннеров. Ну, на самом деле, это тоже классно, потому что, ну, это... Реально что-то новое, не то что вот эти, ну, обычные объявы, к примеру. Когда реально люди видят. Стили борьбы. Ну, я думаю, есть, наверное. О, должен на, быть. Нас привели звездёк. Ну да, тут остановка, как раз таки. Так что, все классно. Ты видишь, какое тут здание, тоже интересно сделано все. Да, здорово, здание, как выйти? Что-то свое придумывают, только я теперь выйти не могу, наконец-то. Это у всех, наверное, так. Тут мед бегает, надеюсь, он нас не обучит. Так, он смотри, он перепрыгнул. Ну, у него ж подготовка типа спит. Ну да. Так. Ой, как тут много народа. Это все за правами, что ли, у всех подбирали? Так, смотри, тут какие-то двери. Опа, погоди-ка. Очередь на экзамен, фига себе. Да, слушай, ну. Знаки разные. Кто крайний? Где я встал на какой-то пикап, он бесполезен. О, да, так, экзамен, смотри. Так, выберите. Ну, наземный транспорт, соответственно. Так. Наземный? Да. А, ну. Так, представьте. Угу, я понял. А как ПДД почитать тут? Надеюсь, такая же команда. Так. Нельзя. Так, я понял. Далее. Да слушай, ну нам, наверное, стоит просто пропустить. Я и так знаю ПДД. Но тут, по-моему, другие правила. Да. Слушай, то есть, ну допустим, разрешение давай, скорости. Давай, наверное, параллельно проходить вопрос. Чтобы потом, если кто-то ошибся, следующий сдал. Так, ну давай я просто вот, ну, оставлю себе открытым диалог, то ты начнешь сдавать. Давай.
При виде ТС с включенным специальным сигналом водитель обязан постепенно снизить скорость и прижаться к обочине, я думаю. Что там написано? Это так. Там варианты ответа есть, или да, тебе да, надо да. писать? Да. Сейчас. Ну, еще раз повтори, я при виде ТС транспортного средства с включенным спецсигналом водитель обязан. Что он обязан сделать? Какие там есть варианты? Продолжить движение в прежнем темпе, резко остановить транспортное средство, снизить скорость транспортного средства до 40 км, постепенно снизить скорость и прижаться к обочине. Наверное, последнее. Смотри. Постепенно снижая скорость и прижаться к обочине, да, вот я нашел. Ну да, так и есть. Что такое ДТП? Наверное, самое первое. Дорожно-транспортное происшествие. Я говорю, наверное, потому что игра может отличаться от жизни. Давай, я нажимаю первое. Дорожно-транспортное происшествие. Потому что здесь предприятие, препятствие, предприятие да. какое-то. Когда можно включать дальний свет фар? В городе, так. В пробке, на трассе, при проезде на перекрестке. Наверное, на трассе. Сейчас я проверю на всякий, попробую поискать. Да, так. да. Дальний свет фар. Да. Так. Слушай, интересно, нас не заставят включать этот свет фар в этом, в дороге? Блин, я вот что-то не вижу этого. Сейчас я случайно закрыл, сейчас отбегу. Быстренько опять открою. А, блин, бички мешают пройти. Так, сейчас возду наземный. А там много вопросов, что там вроде те, кто... Тут этот, сейчас, так, дальний свет фар, типа, в каком случае включать, да? Угу. Так. При необходимости. Так. Так. Блин, я что-то вот этого не вижу. Давай, наверное, попробую на трассе. О, про каналы. Школа вождения. Разрешен ли обгон по прерывистой линии? Не вижу здесь такого обгона. Сейчас может там страница какая-то? Нет, я уже проверил. Тут обгон ТС. Нет, стоп. Обгон впереди ТС с правой стороны. Обгон разрешен для случая поворота впереди. Впереди движущегося ТС. Что? Чего? Ну тут написано, что обгон впереди движущегося. Ну я понял, проехали. Ты движущийся. Да. С правой стороны. Обгон разрешен для случая поворота впереди. Не, ну обгон по прерывистой линии разрешен ли, в принципе? Так. Наверное же, да. Всегда разрешен. Ну, скорее всего. Не знаю, я слепой, может от этого нету. Только для машин со спецсигналом. Ладно, я жмакаю всегда разрешу. Необходимо ли посмотреть в зеркала заднего вида при маневре задним ходом? Обязательно. При включенных фарах при виде пешехода не обязательно. Я жму обязательно. Так. О, поздравляем, вы сдали тест. Ждите, вас вызовут для прохождения экзамена. Не выходите из автошколы. Интересно, мне долго ждать? Так, сейчас. Ну там же очередь была. Да. Так. Какова макс-скорость по пригороду? Вроде бы. Такого не было. А ты попробуй этот подбежать, посмотреть. Сейчас я заскриню на память. Так, сейчас я погляжу. Вы уже прошли тестирование. Понятно. Так, ну вроде 110, ладно, на шару буду. Так, какого типа установлены? Какого типа установлены перекрестки в штате? Регулируемые равнозначных дорог. Какие-то тут вопросы, знаешь, вообще, которых нету в списке даже ПДД. Ну там, да, ну там регулируемые, наверное, они же со светофором.
Разнозначных дорог или неразнозначных? Не, равнозначные — это когда все стороны равны, и тогда они не регулируются, то есть они равнозначны. Так, хорошо. А так и не регулируемы. Далее. Слушай, я ответили неверно. Окей, попытка. Не, неверно. Равнозначно неверно или регулируем? Я выбрал не равнозначные. Регулируемые. Так, ладно, сейчас еще раз. Нет, это именно попробуем. Регулируемые надо, они же со светофорами. Так, далее. Приведи ТС в личном спецсигнал. Так, ладно, это понятно. Так, далее. Обгон справа. Так. Так, это я помню. Далее. Дальний свет в кар. Сват. Фар? Да-да-да. На трассе, наверное, я помню. Так, на трассе. Разрешен ли обгон с прерывистой линии? Как ты помнишь? Всегда разрешен. Всегда разрешен. Так. Должны ли быть видны госномера автомобиля? Нет, не должны, только сзади, только спереди, должны спереди и сзади. Наверное, последний для спецтранспорта. Надо же как-то видеть. О, так, вы сдали, окей. Так, ты это... Будешь... То есть, смотри, ты пятый, а я девятый. Да, понятно. Так, слушай, я пятый уже. Вот, ну какой-то бомж пришел, спрашивает. Так, слушай, смотри, как показывать... Паспорт, пас, а медкарту мед. Да, я уже это покажи посмотрел. Покажи свою медкарту. Сейчас. На 139 ID. Сейчас, секундочку. Посмотрю, как это работает. Так. Закрыть. Вот так. О, здорово. Возраст 28 лет, но ты старичок. У тебя медицинский осмотр не пройден. А чё у тебя 28... Тебе 28 лет. Вот так вот. Так, нажмите Y. Всё. Какой у меня возраст там? 18. Ну, покажи паспорт. Так, сейчас. Чё-то я не выгляжу, у меня 18 лет, такой бороды не было, ну правда. Так, воинский учёт у тебя... Ну, ты не состоишь на воинском учёте. А сколько у меня законопослушности? Я четвертый уже в очереди. Законопослушность минус 4. А, точно. А как ее? Наверное, часы. Ну, скорее всего. Прописки нету. Так, ну понятное дело. Бомж. Ну, да. А что здесь за пикап? Отдел автострахования. Может, на площадку попробовать выйти? Нет, сказали, что нельзя, так что... А, мне надо очередь свою ждать. Угу. Что-то тут слишком много бичей разных. Удивительно. Похоже, много людей не имеет прав. Много новичков, так что... Ну да, все объясняет. Тем временем четвертый в списке. Ну да. Знать бы еще, сколько все это длится с одним человеком. Сколько кататься. Интересно, там в окно не видно? Нет, там ничего не видно. Уже сколько у тебя стоит скин? Честно говоря, не помню. Может быть 5000, может чуть меньше, но серьезно. Это я забыл. Может 2 даже. Но не сильно дорогой. Так, что у нас тут есть? Танец один есть. А, такие же, как на самом ПРП, наверное. А, вот так надо спать на боку.
Баллончика нету. Маску одел. Нормально. Болельщик. За что мы будем болеть? Патимейкер. Классная анимация. Мне вот интересно, они их, ну, сами создавали или вот GTA-шки как-то стандартные брали? Не, ну тут можно создать. Слушай, давай посмотрим, как, что там в очереди творится. Я уже третий на очереди. Слушай, видимо, они не так долго проходят, эти очереди. Ну, да. Уже, наверное, так. Имеет смысл назвать этот выпуск «Мы, как мы будем сдавать на права». Дача права в дошколе. Ну да. А если на транспортные средства, которые там лодки, например, на водный транспорт, там они в автошколе, у них на площадке бассейн, наверное. Ну, мини-озеро, они там катаются на лодочке и сдают права. Почему бы нет? Ой, один из пяти я нечаянно ударил. Попробую ударить. Ой, я второй на очереди, а где здесь инструктор? Блин, мне страшно стало. Но я вижу тут этот, в первой комнате стоит инструктор. А, четко. Ну, что-то, мне кажется, это не совсем инструктор, может быть, какой-то консультант. Ну, он подходил, говорил, типа, ну, я в инструктор в очереди, типа. Я второй до сих пор. Вот интересно, так, мне тоже, а, ну, я понял, он выдает, наверное, такие лицензии, на водные, на полет. Которые не требуют сдачи. Да. На полет не продаем. У них, наверное, там какой-то, какая-то метка на игроке. Ну, скорее всего. А может, они, не знаю, в машинах сидят, ждут. Слушай, ну, нас, вдруг нас ждет разочарование, они требуют медкарту, а вдруг мне дадут... Ну, направление на медкарту. Поедем, значит. А смотреть. Как бы чат писать? Тут вроде бы N команда, да. Подошел ко мне. Не? Да, я первый. А я уже четвертый, хорошо. Пас и. 738. Покажите паспорт. То есть паспорт и все. Да. Так. Ну ладно. Не попросили у тебя медкарту, и хорошо. Пошли, да, про канала. Так, я уже третий. Здорово. Да, они быстро проходят. Там, наверное, по меткам, да, кататься вам? Сейчас посмотрим, мне нужно так радио включить. Вот, посмотри в чат, сколько за МГ мута дали. 5 человек. Пристегнул ремень безопасности. Надо. Так, левый контрол. А как фары включить? А фары? А где разметка старт? А вот старт. Тут говорят, что отель есть. Надо будет посмотреть, что по ценам. Мне кажется, он дешевенький тут. О, двигайтесь по... вперед по искусственным неровностям. Дальше надо змейкой ехать. Перед разметкой, что ли?
передом по разметке. Делаем выезд задом, продолжаем преодолевать конусом. Прикольно. Ой, я разобрался, ты разберешься. Окей. Надеюсь на это. Да, ну тут сложно немножечко, но. О! Аккуратно преодолеваем подъем. Ну я помял бампер, но я никуда не врезался. Видимо тут. Все. Поблагодарил человека. Выдали тебя? Да. Но я еще третий, надеюсь, что. Он уехал, заставил меня бежать. Это бесцеремонно было. Но я когда переезжал подъем, то есть эстакада такая, да? Небольшая. Помялся бампер, но я думаю, это про канал. Слушай, здорово, теперь у меня есть права, я надеюсь, они у меня есть. Проверим. Все, водительские права есть. Так, я уже второй. Да, мы будем сейчас ждать товарища. Слушай, людей все больше и больше, как на выборах. Наплыв пичиков такой идет. Поотметали, наверное, мусора у них права. Да. Как-то странно, реально, вот человек сколько, 850 людей? Ну, вроде бы уже почти 11, и так много бичев. Странно, да? На самом деле, это все из-за очереди, потому что люди задерживаются. На самом ПРП, что они взяли. Тут дальше один поехали. Парень спорит. С каких пор нужна законка для лицензий? А тут пишет, что со всех пор. Класс. Так, я первый. О, все. Сейчас к тебе подойдет господин один. Надеюсь, ну. Ты че, он подойдет. Ему ж надо. Нужны ж бабки. Он должен. Денежку получить. Да. Надо сменить на РП ник. А смысл вот, когда сдаешь права, менять ник? Там типа просто документация, все такое, числится. Не, ну понятное дело, ну просто варится насчет этого. А прикинь, на самом деле, вот как бы человек рождается, ему кличку кто-то и все. Класс. Так. Как? Смотри, инструктор выгнал вас из очереди. А что, почему? Меня? Ой, тебя? Да. А чего? Спроси. Сейчас какой-то Кларенс. А он стоит. Сейчас спрошу у него. Ну, видимо, ему не нужна денежка. Тут мент бегает в маске. Не, ну это как-то ненормально. Просто так взяли, убрали. И бегает от меня. Ну классно это. Так, вообще надо на него как-то пожаловать. Пойдем на него это. Отольем. Да. Может, ну, ты займи еще очередь, наверное. Или тебе пересдавать надо будет теорию. Скорее всего. Блин, 6 человек, 5 ждать, конечно, сейчас я. Так, наземный транспорт. Так, далее. Далее. Опять сдавать? Да. Так. Это на трассе. Разрешен ли обгон по двойной сплошной линии? Нет. Ну, по крайней мере, так на самом деле. Запрещен. Российской Федерации нет. Так, окей. Обязательно. Так, окей, ну. Обязательно, конечно. Так, все, я сдал. Ну, окей, буду ждать опять. Классно. А ты сдал уже несколько вопросов, то есть меньше?
Уже все раздал. Уже 7 в очереди. А, ну 5 вопросов было также. Как и было до этого. Я пытался узнать, сколько стоит самый дешевый скин, но мне посоветовали узнать РП методом. Да, вот это не очень нравится, я помню, ну, было такое, спрашивал, не помню что, конечно, что ли про машины, может, про дома, говорили, типа, узнайте РП путем. Ну, я тоже об этом, кстати, задумывался, что, ну, не стоит ли этого, как его, беспокоить админа. А здесь интересно, как сапар какой-нибудь. Я ввел команду GPS, и она работает. То есть GPS у бомжа есть, а телефона нет. Круто. Класс. Угу. О, работы. Так, ну я четвертый, вот только мне интересно, удалят ли меня еще раз. Завод сока. Прикинь. Сколько я работа, что ли? Да, сборщик. Яблок, апельсинов. О, интересно. Много работ. И учитывая то, что они без уровня, или как ты думаешь? Не знаю, я просто GPS нашел в списке. Видимо, это просто... Я попробую сесть в такси. Вы не работаете таксистом. Надо в мэрию попасть. Посмотри в GPS, есть ли она в сейфе. Банки, отели. А интересно, где это? Общественные места, наверное. Нет, это не общественные места. Мэрия, да, мэрия города Сан-Пьера. Поглядеть, далеко ли это. Это, знаешь, это аж на пляже. Пляже? Да. Ну, я, похоже, знаю. М2, да? М1, точнее, квадрат. Да. Понятно. Но она там везде. Ну, я не видел. Проектах. Я не видел. Ну, правда, не видел, что там за здание в одиночке. Там какое-то построенное уже администрацией. Нет, вроде бы там, знаешь что? Сейчас, секунду, вот у меня. Просто инструктор побежал. Так. Окей. Просит паспорт. Хотя я вроде только третий в очереди. А, там, знаешь, что за здание? Там такие... Типа... Даже не знаю, как сказать. Там такая, типа, по центру... Построечкой там. Ладно, нет, все, я не буду тебе объяснять, я не знаю, как это сказать. Ну, увидим. Увидим, да, понимаешь. Вы на воздух, что он несет? Кто нет. Идет? А, он спрашивает, на воздух или нет? Скажи нет. Права. Сказал. Водительское удостоверение. Может, он не знает, что такое ВУ. Воинский учет подумает. Наземный. Так. Тут бы еще за банихопинг кикали здесь. Было бы здорово. Ну это перебор, по-моему. О, так, я первый. Да, все. Окей, я встану вот тут. Как и положено. Он не тебе ради сказал за мной? Нет. Нику какому-то. Который был передо мной первым. Так, сейчас меня опять удалят, наверное, из очереди. Будет забавно. Надо мне катать жалобу общественно. Произвол. Преступности в штате, уровень преступности в штате составил сейчас
Вот что это? 22.1. Это что значит? Без понятия. О, минус 3. То есть было минус 4, теперь минус 3. Ну да. Каждый час, скорее всего, так пополняется. Да. В принципе, логично. О, вон смотри. Бегают. Чипы. Кларенс. Окей. Придет тебя сливать снова. О, вот смотри, Эрнест, по идее, должен ко мне, нет, подойти. Ну уже, кто-нибудь подойдет? Ну там несколько этих инструкторов должны. Ну вот, бегают что-то рядом. Но не хотят со мной общаться. Классно. О, неужели? Понятно, я ему показал паспорт, он отвернулся. Слушай, а чё этот бомж с зелёным скине? Это что, чернокожий? Где? Вот который? Справа от меня. Денис? Да. Ну, вроде. Загорелый, так сказать. У него не было среди белой кожи. Так, ну, что-то не странное, да. Кого-то, наверное, кикнуло. Блин, ну классно, пацаны работают. Двейн, может, ты нормальный, нет? Так, следуйте за ним, сейчас я ему паспорт покажу. Окей, наконец-то. Ты сейчас будешь давать мне права, я пока пойду, короче, на улицу и бегу по фоточек чего-то. Надеюсь, что я на них сдам. А то столько жду. Ну. Так. Окей. Интересно. Интересно, а можно перелезть к тебе? У меня есть право. Пристегните ремень безопасности. А, через мне. Окей. Ну, я и так могу приехать. Я буду за тебя болеть. Так, что дальше? Ты там будешь ехать. Так, вперед. Там, да, стоп. Как включить фары? На альт. Я не включал. Я попробую взять еще раз автомобиль. Вдруг мне получится. Я не экзаменуемый. Так, вокруг конусов ехать, окей. Там в конце, когда ты доедешь к последнему конусу, там надо будет передом заехать, только гаражик импровизировать. Я понял. Передом именно? Да, именно передом скажет, что... Ага, понял, передом по разметке. Далее делаем выезд задом. Да, задом возвращаешься и уже едешь. Так, конусы, так, стоп, они как-то запутаны, ладно. Ой, я пойду негра поцелую, а нимку проверю. Так, теперь заезжаем аккуратненько.
Так, заполнил бланки, передал клиенту, ну похоже я сдал, да? Наверное, да. А, он заполняет уже. Угу. Ну, слышь, мне посмотрелся. Я тут негр целую. Классно. Не, мне не понравилось. Поздравляю, вы сдали экзамен. Все, круто, у нас есть права. Так. Только не знаю, что с ним теперь делать. У меня стоит метка на мэрию. Ну, надо отправляться на мэрию, но я не знаю, что это. Такси, наверное, поймал. Сейчас посмотрим. Блин, у меня собака что-то разрывается. Так, ты где сейчас находишься? Я сижу на лавочке, на улице. А, окей. Ох ты, какой он сидит. Надо поймать такси или автобус. Что-то столько игроков в твоих скинах. Нет более разнообразия в магазине. Дом напротив автошколы. Интересно, чей он? Админа может какого-нибудь. Сейчас посмотрю. Госцена 450 тысяч. Войти. Закрыт. Понятно. Ну а так-то классный домик. Выходит. Ну. В центре города, можно сказать, автошкола, рядом вокзал. Хорошо устроился. Только окон нету. Угу. Чисто каменная стена высотой. В 5 этажей, классно, да? Хотя... На такси? Вот тут есть, конечно, давай. А сейчас я... Инструктор куда-то уехал на служебной машине. Злоупотребляет полномочиями. Радиоцентр ЛВ. Что забыла тут ЛВ машинка? Он тоже, наверное, злоупотребляет. Нажмите Alt. Так. Информация. $100 у меня. Управление кассой. Вы не владеете бизнесом, окей. Автобус едет. Вижу. Ну, автобус он вроде заезжает на вокзал, и дальше потом возвращается на автошколу. Ну, то есть он не едет. Да, до мэрии не едет. То есть нам, скорее всего, только на такси. Которой здесь даже нет. Или бежать. Может попросить этого Дэна? Давай побежим. Так, смотри, он что-то вышел с тачки, может он даже руль даст. Ну, я тоже подумал. Едьте.
Спасибо, Сэр. На руль. Ну, хороший человек, что еще сказать. Даже машину дал. Неожиданно. Не, ну и что-то мне кажется, что она украдет у нас машину. Да, есть такое. Так что... Лучше сами доедем пока что. В принципе, пофиг на ПДД. Можно и по газончику проехать. Так, мне вот интересно, что тут... А, ну... Двигатель, лампа и закрытие из всех возможностей с машиной. Так. Только не разбей товарищу эту тачку. То ругаться потом будет еще. Сер. Так. Какие тут пригорочки. Так. Вот, собственно, мэрия. Не видел такого дома. Так, вот так вот паркуемся. Типа наша машина. Все, он будет ругаться. Сейчас только мне ее надо. Ты разбил ему передний бампер. Да блин. Такое дело в том, что она открыта вроде бы. Это так, что швейцар стоит. Сейчас я забегу, разверну. И посмотрю тоже. Так. Надеюсь, что машину не угонят, пока мы. Здесь бегаем. Больше он похож на охранника, по-моему. Так, мэрия города Сан-Пьера. Списки должников, информация о штате. О, информация о парке. Так, это не то вообще. Тут есть охрана, конференц-зал. У меня приятель ведет куда-то. Он говорит, пойдемте, я провожу. Но тут, скорее всего, комнатка будет. Так, приемная мэра. Отдел кадров. Что-то вот я без понятия в отдел кадров, что ли. Да? Значит, смотри, тут есть таксист, водитель автобуса, дальнобойщик. Тут работа со второго левела начинается. Ну, просто посмотреть. Получается, что я могу любую себе позволить уже. Ну, в принципе, да. Можно поиграть до второго уровня и посмотреть, что на такси. Ну да. В принципе, думаю, будет и интересно, как бы, ну, и прибыльно вполне. То, что, ну, как мы заметили, таксистов не так много. Ну, по крайней мере, мы не увидели почти ни одного таксиста, который мог нам помочь, так что... Ну да. Можно будет потом попробовать. Ну, главное попробовать, потом уже будем решать. Как... Ну да. Так, но это, наверное, все-таки будет, скорее всего, уже следующий выпуск. Ну да. На этом выпуске надо заканчивать. Мы получили, что хотели. Кстати, наш автомобиль где-то пропал, или ты его перепарковал? Нет, скорее всего, угнали. Может, тот парнишка перезашел, может, доспагнило. А, точно, точно. В общем, собственно говоря, мы получили права. Надо еще посмотреть на них. Так. А, мэрия. Окей. Слушай, джип какой у мэрии. Угу. А чё не ранчер или там какие-нибудь хантер, не стрельнул? Ну да. Мы сталкер дали. Вот и всё. Ну из бюджета выделили. В общем, в этом выпуске это был Diamond сервер Emerald. Следующий выпуск я даже не знаю, когда будет. Ну, по крайней мере, сейчас у меня выходные, наверное, всё-таки на днях. Ну, главное выпуске... прокачать левел тебе. Да. Я ещё, наверное, пару раз зайду. Завтра, послезавтра, мы уже денежек накопим, или игровой уровень. И в следующем выпуске, скорее всего, мы уже будем работать на такси. Если, конечно же, возникнет желание записать. Ну, по крайней мере, с первых каких-то впечатлений, довольно-таки неплохо. Новые команды, новый функционал какой-то, новые фракции, новые виды работ, все новое. Поэтому... Сейчас даже не знаю, наверное, столько стоит побегать, посмотреть, что еще есть. Какая-то постройка странная. Кстати, вход даже есть.
Это... Да, вон вход есть. Это похоже на полицейский участок, судя по табличкам, которые находятся. Почему здесь значок на радаре? Это Ера. Кстати, довольно-таки неплохо он выглядит. Оплата имущества, управление счетом. Второй этаж даже есть, слушай. Поднимемся. Надо его грабить. Да, только вот на втором этаже нет ничего, вот в чем проблема. Как ты поднялся туда? Смотри, вот тут. Такая классная лесенка есть. Не знаю, смысл тут вообще втором этажу растут. Разве что только диванчики есть, на которых можно посидеть. Ну. Комната для отдыха, так сказать. Да. Ну, прикольный интерьер. Здесь да. Минулем. Главное, что они сами это делают, как бы, ну, чтобы игрокам было, ну, как бы, интересно что-то новое вот такое увидеть. Да, и... наверное. Но надо будет уже, наверное, к следующему выпуску посмотреть, разобраться, как, что со скинами делать. Потому что да. Бомжик это не очень. А на этом, скорее всего, все. Спасибо за просмотр. С вами были, даже не знаю, как представиться. Ник у меня другой на сам ПРП, а здесь другой. Поэтому, скорее всего, в целом сообщество игроков сам ПРП, ну и не только. Вот. До следующего выпуска.